Итак, всем привет! Сегодня у нас какое число? Сейчас мы заведемся. Я обедал, а в частности спал дома. Так, сегодня у нас число. Ребята, 26-е. 26-е, реклама пришла. Вот он, автобусик грязный мой, потому что на обеде я не успел, ребята, на мойку. Не успел. Так, снимаем курточку. Можем одеть быстренько мои кроссовочки. Видите, я хожу в зимних, а работаю в кроссовках. Одел себе и готово. И можно ехать. Воздух сейчас уже накачало нам. В салоне все нормально. Все в норме. Можем открыть наши двери. Открыть все двери. Все открывается. Показывает нам и на мониторчике. И можем закрыть с кнопками. А можем и руками закрыть. Вот, еще раз. Открыть рукой и закрыть рукой. Все, готово. Вот такой у нас. Уменьшить яркость. Драйв. Снимаемся с ручничка. Убираем вот это здесь, чтобы мы с вами все видели. И едем на маршрут. Тут аккуратно, потому что ямы и кузов здесь мы даем вверх, чтобы его не чухнуть нигде снизу. До свидания, Иванович. Иванович, так, все. Тут поехали. Аккуратно вот такие участочки. Едем аккуратно. А здесь уже спускаем его в обычное. В обычное положение. Спустили. Все, аккуратно объезжаем ямы. Едем на маршрут. А в обед я хотел заехать на мойку, чтобы мне автобус вымыли, а выключили свет. Электрику отключили и все. И мойка у нас здесь вот не работала. А сейчас они вон, как видите, шлангом моют и щеткой. Электрики не было, и поэтому я не помылся. 22-ечка чистенькая вся поехала, а я грязненький. Мой график не попал. Не попал на мойку. Так, здесь не работает светофор тоже. Мы идем налево. Парень на Шкоде, подчекай. Оп, заходим аккуратно в поворот. И жмем на газ. Тут электричество есть у них, видите? А на нашей улице электричества нету. Так, стекло чуть-чуть грязное, да? Ребята? Стекло грязное чуть-чуть. Промоем. Так, включаем на маршрутном компьютере. Мишаня едет. Включаем на маршрутном компьютере 24-ку на БАМ, на Ужну. Все. Драфти круг она объявляет, но сейчас она здесь словит, я думаю, словит остановку. И дальше уже будет объявлять нормально. А может и не словит. Такое случается, когда не ловит GPS. Поворачиваем направо. Обычно здесь никого нету. Жигуль выскочил на полосу. Обычно здесь никого, да, видите, никого на остановке. Поэтому мы едем дальше. Мы движемся дальше, никого нету. Движемся дальше, чтобы успеть в наш график. На почте очередь. Люди стоят за посылками.
мы едем. У нас оставили в машине, забыли. Зонтик разноцветный и шарфик такой. И вообще у нас оставляют много чего. Много чего забывают. И в гараже у нас целый склад всякого разного забытого хлама. И в основном уже никто это не ищет. Оно там скапливается годами. Никому не нужно. У нас уже елочки есть. Продаются елочки. Так, тут что, маршрутка встала? Так, и не туда, и не сюда, парень. Едешь, нет, стоишь, нет. Вот непонятно, как мне сейчас вставать. Все, ты свое время... А, он ушел себе. Он себе ушел. Молодец. У нас и такие вот есть авторы. Тоже добрые. Так, 5. Мелочь здесь возьмем. Берите квиточки. Там сколько у вас? 3, да? Возьмите. 25, 3. Возьмите. Тут квиточки. Берите квитки. Никто не хочет брать квиточки. А маршруточник, вот он уже здесь стал, видите? Отдает. Аккуратно, чтобы мы его не засандалили там. Так, Вовчик. Вовчик, пусти меня. Попал в кадр. Поехали дальше. Все, аккуратно мы разъехались, видите? Я даже... Опаздываю, да, на одну минуточку опаздываю. Но это потому, что я сонный, и дома я спал целый час, ребятки, я спал целый час, а теперь вышел на маршрут. Ни поворотников, ничего. Целый час я спал. Вот я в 7 утра выехал уже с БАМа. В 1:28 я закончил на БАМе, спустился. В гараже я был уже с гаража я вышел ровно в 1:50 с копейками. Да, я вышел и лег спать. Пока домой, пока то все, лег спать. Возьми сдачу. Лег спать примерно в 2:20. И спал, считайте, целый час. Я спал. Так, там так оставили. Возьмите. Дякую. Тут квиточки берите. Так, денежки можем сюда, да. Так, там у нас автобус сзади этот. Поехали. Так, поехали. Все, все мы уместились тут. В общем, такие дела. В общем, спал я с 2:20 и до 3:30 я спал, да, целый час. А днем, знаете, как спится хорошо? Ой-ой, днем просто... Дрыхнуть хочется. Генераторы у нас работают и в магазинах, в кафешках, на заправках. У всех есть уже генераторы. Я бы сказал, уже почти у всех есть. И мы ждем генератор. Скоро вроде будет, и будем без проблем на мойку заезжать. У нас идут стройки там, вон, развозюкали они болото, все строят вовсю. Капитально и быстро строят. О, я забыл включить отопление, а вы мне ничего не говорите. Так, и у пассажиров врубим тоже на полную катушку. Ну как, не полную всю, но... Почти что. Я и забыл за отопление, видите? А вы мне не подсказываете?
И мы едем немножко, я думаю, что мне так немножко холодновато. А показывает, что в отсеке для пассажиров 11 градусов показывает. Если видно вам, ну, наверное, видно. 11 градусов тепла. Слышно, как радиаторы разогреваются. И звук такой. Чик-чик-чик. Специфический звук. Так, там пешеходы идут, поэтому мы джипу этому уступим. Давай. Давай, парень, у тебя хороший джип. Японский хороший джип. Honda CR-V. И номер хороший. 5995. Так, на, вы смотрите, есть люди. Обычно здесь никого нету. А сейчас люди скопились. Значит, автобус спереди ушел по графику. Или он опаздывает настолько, что и у меня есть люди. Так, мелочь тут. 5-2-1. Дякую. Так, возьмите. Дякую. Так, сложим сдачу. 5-2-1. Все зашли? Вроде все. Так, мелочевку сюда, это сюда. Все. Поехали, поехали, поехали. Эти с нами не идут. Да, не идут, по-моему. Все, нам уступают, потому что много где уже знаки установили, разметку. И народ потихонечку учится, что надо автобусам уступать. Согласно правил дорожного движения уступать, если автобус в городе отъезжает с остановки, с карманчика. Вы ему обязаны уступить. У нас сказано снизить скорость и даже, если надо, остановиться, чтобы уступить автобусу, который выезжает с остановки. Но наиболее чаще, конечно, люди не уступают нам, сигналят, ругаются, кричат, размахивают руками. Потому что правил не знают и думают, что у них главное. Я вообще вот удивляюсь, как они отримали права. И як це сталося взагалі? Не зрозуміло. Поехали дальше. Так, там едет Владик вроде бы, да? Владислав Иванович. Владислав Иванович, он такой у нас хорошенький, но слишком Владик добрый, очень-очень добрый. Владик, привет. Улыбается всегда. Ну, и как и я, впрочем, как и я. Так, открою спереди и посередине, чтобы увидеть, все ли тут нормально. Так, 10 гривен сюда, 10 сюда. Давай, ага. Возьми сдачу. Так, 5. Опа, я не вижу. 5, 1, 2 гривни. Зараз, секундочку. Ну, не бачу, де 2 гривни мои. Вернее, ваши. У вас один, да? Два. Два, ага. 25, 6. Возьмите. Будь ласка. Я ж не бачу, що у них два. Вони не кажуть, що у них два. І за так, всі зійшли. У вас один, так? Так, 10. Ага, тут 5-2-1. 5-2-1. Візьміть. Там. Беріть. Тут квиточки. Беріть. Так, все, все, все. Отъезжаем остановочки, никого нету на остановке. Всегда смотрим аккуратно слева, справа. Но самое главное справа, чтобы мы никого не раздавили, не зацепили. Это самое главное.
слева, это еще такое, случится авария, это такое случается. А вот если что-то случится справа с человеком, это вина водителя и больше никого. Так, запрыгиваем на эту остановочку. Видите, и тут уже есть тоже знаки. Сзади и спереди. Тут у нас выходят, там и там вышли. Двери закрываем. Все. Поехали далее. Левый поворотник и погнали. Люди смотрят, что я с камерой разговариваю себе тут, да. И думают, эх, блогеры уже и в автобусах. Так, ребята, что-то мне подсказывает. Время 4:06. Подсказывает, что надо включать фары уже, да, потому что все едут с фарами. И уже так, если честно, вечер надвигается. Сейчас мы включим освещение в салоне. Одно раз включил. И фары включаю тоже. Так, здесь у нас никто не хочет выйти. Посмотрим. Никто. И не сигнализирует никто. Поэтому мы едем дальше. Не останавливаясь. Останавливаться смысла нет. Нет смысла, потому что никто не выходит и никто не заходит. Аналогично и здесь. Нет смысла останавливаться. Никого нету на остановке. Гремит, вот эти штучки гремят. Гремят, гремят. Ла-ла-ла-ла. Мужик ремонтирует легковушку, что-то смотрит там. Что-то у него с колесом. Наверное, оно крутится, но не так, как хотелось бы ему. Так, здесь вот кто-то есть, поэтому мы остановимся, да. И бабушка к нам вроде хочет заходить. Открою на всякий случай все двери, проветрим чуть-чуть нашу. А, у нас и выходят, видите, вспомнили, что надо... Добре, вспомнили, что надо выйти. Вышли. Левый поворотник, никого нету, что-то... И машин, что-то маловато сейчас. Обычно есть машины. Сейчас почему-то нету машин. В городе. Машин маловато. Все вот эти... Дни снимать я не снимал. Смотрите, какой джип здоровый на больших, на большой грязевой резине. Не снимал, потому что работа-дом. Времени вообще никуда, ничего. Если честно. Поэтому и не снимал. Сейчас вот есть. Времечко снимаю для вас. Тут стройка тоже такая идет, крупная и быстрая стройка. А вон едет зилок, старенький, но еще работает. Давайте, ребята, у вас есть шанс хорошенько поехать, потому что спереди и так у меня затор. Смысла не отрываться, а лучше всем уступить. Вот, а они скажут спасибо и выйдут. Так, здесь еще один хочет выехать на автомобиле Chevrolet Lacetti. Там сзади BMW-шка хочет выехать, но давай, парень, выезжай. BMW проехала, и в принципе мы уступаем на пешеходном тоже. Так, а вон едет Юрчик Мурчик. Машет мне рукой. А чем машет, не знаю. Показывает мне кулак так, знаете, ну. Сейчас я его спрошу, как остановлюсь потом на БАМе.
Я его спрошу, что это он? Чего это он на меня гойкает? Так, у нас только вышел человечек. Такси здесь исполнило. Насколько я понял, он взул резину зимнюю. На дисках взял и переобул резину. Так, мы успеваем или нет здесь? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И можно сказать, что успели. А сзади еще спринтерок. Он едет, еще успевает и спринтерок заскочить. Так, здесь у нас кто-то встает, хочет выйти. И кто-то там машет нам на остановке, что, мол, остановитесь, остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. Я открыл на всякий случай все двери, ага. Оплата смартфоном, вот это удобно. Для нас это очень удобно, что вы рассчитываетесь смартфонами, с карточками. Поменьше геморроя с деньгами. И все, и работа люкс. Едешь себе, только крутишь, знаешь, разговариваешь, отдыхаешь. А когда вот расчет деньги, когда спешишь, иногда запариваешься. А иногда сдачи нету, там туда-сюда. В общем, все идет к тому, что еще, быть может, год-два, не знаю, сколько лет, и деньги будут уходить. Будут уходить, и будет как в Европе. Рассчитался с карточкой или взял на остановке, взял или на почте сходил, взял себе абонемент на месяц. До свидания. И катаешься, не мучаешься с деньгами, а только раскатываешь. Или сделать вот как в Венгрии, что у водителя цена огромная. Я не помню, сколько там было. Мы ездили в 2000... в Будапеште в 2012 году, по-моему, что ли. И водитель в городе сказал, что у него оплата один билет 100 гривен. Это сказал водитель. Сейчас мы выедем. Здесь тут такой немножко нехороший участочек. Оплата 100 гривен. Вот так, остановка Джин. Эту мы знаем. Она с удостоверением. Эта девушка с удостоверением уже ждет здесь. Добрый. Я знаю. Мы ее знаем. Мы уже вот ездим, кто годами ездит, то мы уже и людей всех знаем, если честно. Кто с пенсионным, кто с школьным, кто еще с чем-то. Мы уже знаем и уже даже и не спрашиваем, что где он. А зачем, если мы знаем. Так. Вот и все идет, к тому идет, что все будет оплачиваться не у водителя. И это правильно, и надо так, чтобы его не отвлекать. Сейчас мы тут встанем на остановочке, разгрузимся. Жалко, что у нас вот с поворотником такая ситуация. Оно пипкает, пип-пип-пип-пип, постоянно надоедает. Вот, у водителя в то время оплата была, если я вот не ошибаюсь, допустим, 100 гривен. Я еще помню, так глянул, думаю, ого-го, 100 гривен, так много. А если ты бы купил абонемент на целый день, на все автобусы, цена была бы что-то гривен 60 на весь день. И езди сколько хочешь. А разовый вот у водителя 100 гривен. И за счет вот этого
они умно взяли и деньги отсекли. И водитель себе работает спокойно, ездит, следит за графиком, за обстановкой, успевает все. Вот такое вот они сделали. Так, тут у нас выходят тоже, я увидел. Двери закрываем. А на следующей остановке, быть может, не выйдут. Полный газ, поехали. Так, поехали. А на следующей остановочке... Да, включу режим динамический. Тут у нас никто не хочет выйти. И маршрутка там стоит. А тут у нас выходят. Ага, вот что случилось, ребята. 24-ка опаздывает. Слишком, и я случилось, что я ее влупил. Я взял и выехал спереди 24-ки. Видите, что случилось? Я же не виноват. Я глянул график, я себе иду. У меня скоплычки в 2 с копейками. И из-за этого и люди были у меня из-за этого, что я его опередил. А он, видимо, стоял на Гагарина. А я не посмотрел, что он опаздывает. И вышло так, что я его опередил. Ну, такое случается у нас. Тут такого нет ничего. Сейчас вот он разворачивается, он спешит, разворачивается, резко уезжает. А у меня отправка через 7 минуточек. Я себе жду, и тут никого у нас нету. А нет, кто-то хочет, по-моему, выйти. Я себе жду, а нет, не хочет выйти. А я себе жду и спокойно за ним, не спеша, уезжаю. А пробки у нас из-за того и опоздания сейчас минут 20-40, час у меня был рекорд, что я опаздывал. Из-за этого, что на Анкудинова и Мукачевской не работают светофоры. И это там все скапливается. И заторы такие, что это труба. Вот. И поэтому они опаздывают. Капитально опаздывают ужасно. Так. 38-й здесь. Привет, Андрюха. Извини, что я тебя опередил. А ему сейчас... Аналогично, ему сейчас неудобно, и он спешит, газует и спешит, и все. Так, глушим мотор, никого там нету, все, двери можем закрыть, двери закроем. Так, ручник я поставил, все поставил, так, немножко грязновато стало, но ничего. Надо будет позаметать. Все на месте, все на местах. Так, сколько зарядки осталось? А зарядки вообще уже нету, ребята. Зарядки нифига нету. Фух, вот такая работенка. Иногда такие ситуации бывают интересные, что кто-то идет скорше, чем кто-то. Потом спешишь с этими графиками, догоняешь. Все из-за этого, что нету у нас выделенной линии для автобусов. Если бы она у нас была, было бы просто суперово. Взять и выделить отдельно линию, и мы себе идем, как эти, газуем, нигде не останавливаемся. Вот, смотрите, видите, что у нас составили? Это вот и зонтик. Никто не забирает. Мы его специально здесь так поставили, чтобы было видно его спереди. Никто не забирает. Все, ребятки, всего хорошего, потому что заканчивается уже аккумулятор на моей GoPro-шке на камере. Так, а это погасло чего-то. Эй,
Не гасни. Ну-ка включу зажигание. Загружается еще раз. Знаем, йоу, ребята, это нехорошо. Оно потом глюкнет и все. А ну-ка. Должно работать сейчас. Сейчас должно работать. Не гасни, прошу тебя, не гасни. Потому что если оно зависнет, то это все. Только не зависает, только не зависает. Давай, 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 давай. Есть, работает, все, очень хорошо. Так, сейчас оно должно загрузиться. Это оно проверяется. Все, люкс. Вот этот значок, это супер. Это можно сканировать и оплатить любым способом. Все, всем пока-пока. Я еще буду снимать. Попереду будет много цікавого, ребята. Возможно, на украинском языке. У меня вот, видите, есть сладости такие вот. Наташка мне моя приготовила. Буду сейчас немножко попозже кушать. А в куртке у меня есть ложка. Ложка. Ну, я потом. Сейчас я сытый еще. Все, пока-пока.